Я обещала сделать видео, как я отбиваю мясо вот этим молотком для мяса с Алиэкспресс. Я уже отбила несколько отбивных. Здесь у меня замочено 2 яйца, 30 грамм вегеты и укроп. Остался последний кусочек мяса. Сейчас покажу, как он отбивается. Делается все это очень просто, быстро. Мясо остается сочным и вкусным. Вот такие вот дырочки на мясе остаются. Мясо изнутри пропитывается тоже маринадом, когда его замариновываешь. То есть буквально вот так вот пару движений. Можно медленно отбивать, кому как нравится. Можно посильнее вот так вот. Но я приспособилась вот так вот быстро. Ой. То есть вот так вот она отбивается, дырочки остаются. Единственный минус, я не знаю, как его отмыть. Ну, постараюсь как-то губкой отмыть. Вот, сейчас я замочу отбивные в маринаде, потом валяю в муке.